It'll happen once there's something people can do to help. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolik Syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. Ну да, как своим детем нянчится. По сути-то. Так, еще один терминал. Ну-ка, давайте сюда заглянем. Ох! Сверхлегкие материалы для ПП. Уменьшает вес оружия на 50%. И тут еще есть моделька цитадели и ствол крупного калибра для ПП. Увеличивает наносимый урон на 15%. Ну давайте возьмем, наверное, сверхлегкие материалы. Купим. Может быть, кому-нибудь поставим, например, Лиаре Тессони. Итак, у нас есть еще Меридиан Плейс. Вроде бы здесь со всеми разобрались, хотя черт его знает. А, нам еще нужно к Барли Вон подойти, а может потом от него снова идти к Лиаре, черт его знает. Ну давайте сейчас глянем на этот терминал, что здесь. I don't need a new model, or store credits, or anything. I just want my money back. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book for my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. Look, he is not gonna leave. The sooner you refund him, the sooner you go home. Yeah, you're right. Слушайте, ну не первый раз встречаю эту историю с чеками. Там, помните, в первой части такая же ситуация на рынке была, когда там тоже по поводу возврата беседовали, там продавец ему говорил, где нет чека, я тебе деньги возвращать не буду. Здесь и снова эта история повторяется. Ну вот, стали на сторону потребителя. Прицел здесь, радиатор еще есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, понятно, против термозаряды. Ну, может быть, заглянем как-нибудь сюда еще раз и попробуем что-нибудь купить. Ну, я думаю, надо искать более какие-нибудь крутые улучшения. Давайте заглянем на ванпост СБЦ, посмотрим, что там сможем сделать. Нам нужно поговорить с помощником. И неужели вот это помощник у нас? Хм. Но с ним никак нельзя взаимодействовать, к сожалению. Так, а здесь сюда нельзя пройти. А что мы будем делать тогда? Может быть, зайдем к нему? Может быть, со спины? Тоже нет. Ну вот видите, друзья, к сожалению. Тогда двинем сейчас в сторону, где у нас располагается агент, ну, либо бывший агент серого посредника, Барла Вон. Это финансовый посредник. Он умело оперирует финансовыми потоками, может под прикрытием их по заказу клиентов переводить, куда не скажут. Ну, то есть в свое время на Цитадели он был достаточно востребованным лицом. Не знаю, как сейчас. Может быть, удастся с ним поговорить, разузнать что-нибудь про его прошлое, что с ним случилось и так далее. Commander Shepard. It's been some time. Barla Vaughn, in case you've forgotten. Financial advisor. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. He used to be an agent for the Shadow Broker. I still am. Остался все-таки. Broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. The Shadow Broker fully supports your efforts against the Reapers. Да, но он не знает, куда ниточки ведут. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Хм. Ну вот, теперь осталось каких-то еще бойцов. Черт подери, спасать. Давайте посмотрим, что же такие за бойцы. Сейчас посмотрим. Значит, вот Цитадель Барла Вон сказал,
что в системе Дранек находятся войска серого посредника, запертые в демилитаризованной зоне Кроганов. Убедите их присоединиться к войне со жнецами и возвращайтесь к Барловон. Ну ладно, это... Смотрите, сколько заданий нам накидали. Обалдеть. Ладно, с этим придется в любом случае разбираться. Сейчас мы еще с вами спустимся в одну локацию. Нам нужно с одним предводителем побеседовать. Это у нас... Так, доки, зона хранения. По-моему, здесь, да? Да, в зону хранения нам нужно сейчас попасть. Там то ли с боссом синих светил, то ли... Сейчас посмотрим, кому нам нужно. Вот, затмение. Нет, значит, синие светила. Да, нам нужно встретиться с Дарнером Боском в лагере для беженцев. Наверное, здесь лагерь для беженцев, я полагаю. То, что где ему еще находиться. Ну, сейчас с ним мы и побеседуем. Какие-то цели у нас. This isn't about money. The words are already at capacity. Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. Ну вот видите, как проблемы решаются. Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Это здесь проблемы решает только Commander Shepard. Вот черт подери, как надо работать. Так, это у нас какая-то, по всей видимости, как ее называют здесь, мемориальная доска, да? Да, стена. То есть вывешивают фотографии пропавших людей, кого разыскивают. Может быть, кто-то пропал в этой суматохе. Ну, здесь, как видите, временный лагерь для беженцев, поэтому неудивительно. Вон нашего Тейна даже кто-то разыскивает, вот фотографии его располагаются. Хотя Дрелла все на одно лицо, там отличий-то и никаких особых нет. Попробуем поговорить с Авиной, что она нам интересно скажет по поводу этого сектора. Hello, Commander Shepard. Welcome to Docking Bay E-24. This level has been repurposed to accommodate the recent influx of civilians on the Citadel. Please ensure that you observe proper security protocols at all times while in this area. How many people are stranded here? Any personal information pertaining to residents of these facilities cannot be revealed without prior authorization. However, be assured that the facilities allocated by Citadel Council are more than adequate for current requirements. Adequate? Absolutely. Furthermore, relocations requests are being given top priority. The Citadel is dedicated to ensuring optimal solutions for all. Can you tell me about the security protocols you mentioned? Due to the high influx of civilians and new streamlined processing measures, travel from this area is carefully monitored. These are merely precautionary measures to ensure the safety of permanent Citadel residents. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24. Ну это мы уже спрашивали, к сожалению. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established. Мы тоже знаем про местные достопримечательности. Спросим, что здесь еще есть. This high security docking area was formerly reserved for Alliance Embassy deliveries. However, Councillor Udina recently put forth a council motion that it be converted to accommodate civilian emergency housing. So how did the council react? The motion passed with unanimous approval. Since then, all major races have contributed to the funding required to maintain this area. Thanks, Avina. Please speak with me again if you require further assistance. Одну и ту же фразу говорит в конце и в начале. Ну, неудивительно, потому что это все-таки... Это кого спрашивают? Меня? А, нет, не меня. Неудивительно, потому что это виртуальный интеллект. Что за проповедник? Вот мы нашли батарианца, которым нужны были эти колонны. Смотрите-ка, теперь батарианский флот на нашей стороне, я так понимаю. И получили кредиты за... этот артефакт. Ну-ка, если с ним еще раз взаимодействовать. А, просто он говорит спасибо. Что они могут нам предложить? Бронебойную модификацию, адаптивный глушитель. Это что-то новенькое для дробовика. То есть что? Это сервомоторы позволяют менять разброс дроби для достижения максимальной точности. То есть более плотный пучок вот этой дроби летит, я так понимаю, увеличивает точность на 30%. Черт подери.
Вот, смотрите, хорошая вещица от компании, либо эта модель называется Ханекидар. Урон от оружия плюс...